Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня снова видим на проекте Родина Ролеплей. Пацаны, сегодня будет необычный видосик, сегодня будет обновление, получается, которое скоро должно выйти, а именно глобальное обновление. Сегодня мы посмотрим новые скриншоты, потому что их очень много на самом-то деле, и есть что вам показать. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Ну и за вебку тоже можете отдельный лайк поставить, потому что с вебкой я снимаю не так уж и часто, но я думаю, вам это нравится. Итак, пацаны, получается, первый скриншот у нас вот такой вот, давайте я его поближе сделаю. Получается, значок Родина РП, такая звезда. Я не знаю, где это находится, по-моему, это получается Арзамас будет. И вот такой вот получается у нас памятник, можно сказать. Тут водичка у нас, ну, очень красиво на самом деле выглядит, мне нравится. Реально выглядит очень красиво, все так проработано, лавочки есть, урны есть, фонари. Реально все очень хорошо выглядит. Итак, пацаны, следующий скриншот получается вот такой вот загородный домик какой-то. Походу это Рублевка будет. Очень тоже все красиво выглядит. Вот такой вот кирпичный домик с гаражом. Я считаю, это очень круто, пацаны. Здесь у нас получается такие вот кустики. Там еще сзади что-то есть. Либо какая-то беседка, либо веранда, я не знаю. Ну, короче, выглядит тоже очень все уверенно. Следующий скриншот получается у нас Арзамас. Но здесь я толком ничего не понял. Здесь просто видно то, что будут новые дома в Арзамасе. Полностью новые дома. Модпак, я так понял, не изменился, потому что эта машина сейчас есть. Там вон BMW M5 F90 стоит еще. 4 штучки получается. Но здесь, я так понял, именно аргумент сделан на то, что будет полностью новый город, новые здания. И Арзамас очень хорошо преобразится. Вот этот скриншот, пацаны, очень красивый, мне понравился. Здесь получается вокзал. Скорее всего, это Арзамас. Вон, кстати, вот эта звезда получается, Родина РП. Но, скорее всего, это не та звезда, которую мы увидели, это уже какая-то другая. Скорее всего, на всех вокзалах будет вот такая вот звезда и написано «Родина РП». У нас, получается, здесь такие отбойники стоят, чтобы на машине не заехали. Ну, вокзал симпатичный, но я думаю, многие будут писать то, что, блядь, вот, Родина украли вокзал у Мазинга, потому что на Мазинге в точь-точь такой же вокзал. Но мне кажется, как бы этот маппинг находится в общем доступе, поэтому то, что на Родине будет такой же вокзал, это ничего страшного, пацаны, поэтому... Не нужно там бобить в комментариях. Вот еще у нас получается скриншоты вокзала. Вот у нас такой кружочек, дерево растет, вокзал. Не, ну реально красиво сделали, серьезно. Очень красиво сделали. И вроде бы косячков я не вижу, все сильно ровненько. Да, вроде бы косячков нету, видите, все линии ровные. Никаких вроде бы багов нету по маппингу. Ну деревья, конечно, эти, мне кажется, вообще нереалистичные, блин. Хотелось бы какие-то новые деревья увидеть, более реалистичные, чем эти. Потому что эти уже такие просто заезженные, в пиксельные такие. Ну, короче, хотелось бы увидеть новые какие-то деревья. Я не знаю, возможно ли вообще это сделать. Типа, полностью новые деревья сделать. Но было бы реально очень круто, я считаю. Вот, пацаны, еще следующий скриншот получается с того же вокзала. Что-то очень много скриншотов вокзала. Так, давайте увеличим. Вот эта звезда, получается, вокзал. И здесь будет парковка для мопедов. Скорее всего, здесь будут заспавнены мопеды, которые вы сможете взять. Вот эти, блядь, этого не хватает, потому что, блядь, на Родине, вот ты спамишься на вокзале, по-моему, в Арзамасе, и там мопедов даже нету. Вот в Арзамасе нету мопедов. В Южном есть мопеды, в Арзамасе нету. Но, видите, тут написано Арзамас. Да, это Арзамас. Арзамас 2 написано, или что-то типа такого. Арзамас 2 вроде бы написано. Может быть, два вокзала Арзамас, я не знаю, пацаны. Следующий скриншот получается, это как будет выглядеть столовая теперь. Это будет такой Макдональдс. Такой интересный маппинг. На самом деле там много скриншотов, давайте вам еще покажу. Ну вот еще получается скриншот столовой, которая будет. Я сильно зацикливаться не хочу, потому что мне кажется, это не особо интересно. Интерьер довольно-таки хороший, в принципе, вот терминал здесь даже есть, походу. Не, ну реально годно, очень годно. Вот еще получается скриншот есть, вот у нас розеточки даже есть, получается. Не, ну выглядит интерьер очень реалистично, красиво все проработано, реально на высоте. Теперь, пацаны, на очереди у нас такие необычные, получается, скриншоты. Это какой-то будет маппинг, я не знаю чего, возможно, какой-то будет супермаркет. Либо будет какая-то улица интересная, потому что, ну, здесь такие всякие магазинчики, бутики, кальянные, короче, ну, непонятный маппинг. Вон там еще сзади какие-то домики стоят интересные. Короче, прикольно выглядит, но что это именно будет, я не могу вам сказать. Вот, получается, еще один скриншот. Что у нас тут написано? Десяточка.
Лесятка, да, лесятка-то написано. Я десятка, десятка его. Ладно, идем дальше, пацаны. Насчет этого скриншота я даже не знаю, что сказать. Какой-то дом, и здесь трусы Бэтмена, футболочка висит. Короче, блин, прикольно, прикольно. Я специально, пацаны, ждал, пока будет много скриншотов, чтобы мне вам было что показать. Потому что показывать там 2-3 скриншота, это такое себе. А вот показать там 10 скриншотов, это уже, пацаны, совсем другое. И я считаю то, что обновление реально будет очень годное. И надеюсь то, что оно скоро выйдет.